Привет всем моим фанатам. Как видите, я не фейк. Вот ID моей странички. Короче, вы меня часто спрашиваете, что у меня случилось с Ромой. Я хочу сказать вам, что это сугубо мои личные отношения и прошу не лезть в них. С Ромой мы расстались. Но вы не переживайте, теперь у меня новый парень, новая кухня, новая квартира. Короче, все нормально. Лавки всем, кто меня любит, знает. Ты кто? И как вы познакомились? В клубе. Мы участвовали в конкурсе. В каком конкурсе? Укус вампира, знаешь? Нет. Ты что, надо найти парня и засосать его. Стандарт. В общем, я его засосала, и он сделал мне предложение. Какое предложение? Поехать к нему домой. Да лучше зацени фотки, как мы с ним после клуба. Я еду! Мы дерзкие, опасные. Что это? Как сюда попала? Ты чё? Полоумная дура! Стой там, кувет, сейчас свалишься! Жми тормоз! Я не знаю, где тормоз! Где тормоз? Это большая такая толстая педаль! Жми тормоз! Педалька, ты где? Педалька! Стой! Педалька! Где педалька? Мась, улыбнись! Мась, ну улыбнись, я ж тебя снимаю. Ну, Мась! Стоп! Мась, ну улыбнись, чё ты? Ну улыбнись, я тебя снимаю, Али! Давай, давай, я снимаю тебя, улыбайся. Прикольно. Скажи, он милаха. Угу. Ой, кто-то звонит. Алло. Эй, это чё за фигня? Это мой телефон. Откуда он у тебя? Зай, я тоже скучаю. Давай уже выезжай за мной. Я приеду сейчас, порву тебя! Я в нашей с тобой кафешке. Чё говорит? Говорит, что соскучился и хочет забрать меня домой. Зай, желаю тебе и твоего мальчика, чтобы каждое утро вы получали 1000 поцелуйчиков от солнышка. И чтобы все у вас было хорошо.